Привет, политех! 4 апреля состоялся КВН на Кубок ректора ИРНИТУ. В актовом зале Иркутского политеха собрались команды иркутских вузов, чтобы узнать, кто из них самый веселый и находчивый. Соревновались команды из ИРНИТУ, ИГУ и БГУ за первое место, а также за звание мистера и мисс студенческого кубка. Выступления состояли из приветствия, миниатюр и пародий на популярную песню. Организатор лиги КВН ИРНИТУ Максим Горшков отметил влияние КВН на студенческую жизнь. Студенчество – это очень хорошее время препровождения, интересное развитие там, в творчестве, есть там, огромное комьюнити у КВН, возможность найти новых друзей. Кубок ректора ИРНИТУ получила команда имени Егора Крида из ИГУ, а мисс и мистер студенческого кубка стали Александр и Александра из команды «Дождь» и команды имени Егора Крида. Александра Браила поделилась своими эмоциями от двойной победы. Я начала играть в КВН относительно недавно, и вот так вот сразу мисс и первое место, это вообще это эмоции просто чуть ли не до слез. Ждем вас на следующем Кубке ИРНИТУ, который состоится осенью. Чтобы не пропустить новые события, подписывайся на сообщество ВК и телеграм-канал «Иркутский политех».